Что, осмотр уже закончен? Нет, ваш эксперт еще работает. Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. Проект Первого канала «След». Что вы делали вчера вечером с 7 до 8? Я был в командировке в Твери. Можете проверить? Проверим, не сомневайтесь. Сходите, полосните ручки, я вас позову. Ой, здравствуйте. Это Татьяна Белая, наш эксперт-криминалист. А это Никита Борисович Куприянов, муж потерпевшей. Он обнаружил тело и вызвал милицию. Ты еще позже не могла приехать? Хожу, Круглова нету. Он такое бы нам здесь устроил. У меня уважительная причина. Какая? ДТП? Очень смешно. Так, а где орудие убийства? Чей? Хозяина дома. Ваш? Мой. Уверены? Да, уверен. Зарегистрирован? Зарегистрирован. И расточен. Да, кстати, это уже статья. Можете сесть. Нет, извините, пожалуйста, я еще не закончила осмотр этой комнаты. Можно в другую комнату пройти? Спасибо большое. Вот. Раскройте, Танюш, вводные данные. Давай. Труп женщины. Значит, смерть наступила около 15 часов назад. Вчера между 7 и 8 часами вечера. Характер ранения. Огнестрел в голову с близкого расстояния, в область виска. Судя по положению тела, женщина выстрелила в себя сама. Спусковой крючок чист. На рукоятке отпечатки большого, указательного и средних пальцев. Безымянный палец совсем смазан. Судя по отпечаткам, Куприянова не могла сама в себя выстрелить. Также можно сказать, что пистолет в руку жертвы кто-то вложил. Знаешь что? Я думаю, что... Кто-то просто хотел, чтобы все это выглядело как самоубийство. Мне кажется, что женщину убили. Ты знаешь, я нашел две гильзы. Я более чем уверен, что их не перемещали. Потому что в месте, где они упали на ковер, есть пятна, они прожгли чуть-чуть. Угу. В магазине не хватает двух патронов. Одна из пуль, он там в стене сидит. Знаешь что? Это непроизвольный выстрел. Жертва с пистолетом в руке боролась с убийцей. Случайно нажала на спусковой крючок, пистолет выстрелил в стену. Не подходи, брат! Из кухни есть две чашки из-под кофе, одна со следами женских губ. Там помада осталась. Никита Борисович! Никита Борисович, мне нужны образцы почерка вашей покойной жены. И ваши, кстати, тоже. Есть в доме что-нибудь, что могло быть написано ее рукой? Да, конечно. Зачем тебе образцы почерков? Видишь? Это пытались сжечь, а потом смыть в ванную. Еле достал. Этот кусочек зацепился за решетку слива. Вот. То есть кто-то очень хотел уничтожить это письмо. Ладно. У меня все, я пойду прошу соседей. Может, найдутся свидетели, которые видели
вчерашней гостей Куприяновой. Сходи, сходи. Я как раз проверю, пока ее телефонные звонки. Ты аккуратней там. Вот записная книжка моей жены вас устроит. Да, вполне, спасибо. Исходящих звонков нет, она никому не звонила. А входящий только один, в 12:25. Причем это сообщение на автоответчик. Написано «Долманская». Это генеральный директор строительной фирмы «Легендар». Долманская Нина Александровна. Они полгода назад у нас выиграли тендер. Послушаем. Давайте послушаем. Слушай, подруга, тебе не кажется, что ты много на себя берешь? Тебе не хватило того, что произошло? Ой, дворик-то у нас хороший, зеленый. Я же здесь 50 лет уже живу. Дворик хороший, только припарковаться негде. Ой, не говорите, не дай бог пожар, и они подъедут машину пожарные. Да, у вас ни в кого не видишь, не то что на пожарной. Точно, точно. Вот, Маргарита Васильевна, расскажите, пожалуйста, что вы видели. Ну вот вчера часов в 6 примерно подъехала наша соседка Софья Куприянова, ее мужчина привез. А он ее привез и уехал, или он с ней в дом вошел? Нет, нет, они вместе вошли в дом, вошли вместе, но вышел он один. А сколько он пробыл в доме? Ну, около часа. Час или больше? Я как на пенсию вышла, я не смотрю на часы. А как он выглядел? Ну, такой плотный, невысокого роста, брюнет. А что за машина? Я в машинах не разбираюсь. Такая вот синяя, но заграничная. Ну, номер вы, конечно, не запомнили. Так, ну порох на кисти вроде бы есть, но от одного или двух выстрелов я пока не знаю. Более точно смогу сказать, когда будет готова фотография, когда я сделаю эксперимент. Все, Валь, спасибо, извини, что прервала твою работу. Смерть наступила в результате ранения в висок. Направление выстрела слева направо, сверху вниз. Выстрел произведен был почти в упор с расстояния 3-4 сантиметров. В момент смерти жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения. В крови был обнаружен этиловый спирт. Валя. Белые считают, что это инсценировка самоубийства. Что Куприяновой выстрелили в висок, стерли все отпечатки с пистолета и вложили ей в руку. А следы пороха на руке от непроизвольного выстрела. У жертвы кто-то пытался отнять пистолет. Спорить не буду. Во-первых, самоубийцы, как правило, стреляют в упор, приставляя пистолет прямо к виску. Здесь я об этом сказать не могу. Во-вторых, посмотри, пожалуйста, сюда. Это из-под ногтей жертвы. Эпителий и кровь. Она с кем-то боролась. И, скорее всего, незадолго до смерти. Вот именно. И в-третьих. Иди сюда. След от захвата. Кто-то насильно удерживал ее за руку. Думаю, ей пережимали запястье, когда пытались отобрать пистолет. Вся в делах, заботах. И в порохе. Галина Николаевна, посмотрите. На руке у Куприяновой и на моей перчатке после двух выстрелов из одного пистолета следы пороха разные. Получается, что Куприянова стреляла только один раз?
Да. Для большей ясности мне нужно еще исследовать пули с места происшествия. Но кое-что мне понятно уже сейчас. Тот факт, что жертва выстрелила только один раз, означает, что с ней был кто-то еще, кто выпустил вторую пулю. У вашей жены был любовник? Не было. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. А подруги? У моей жены была одна подруга. Если они, конечно, у женщин вообще бывают. Нина Туманова живет в нашем доме. Вы не замечали в последнее время, между ними никаких ссор не было? А вы знаете каких-нибудь подруг, у которых никогда никаких между собой недоразумений нету? Алло, Галина Николаевна. Здравствуйте, это Вартанов, стажер. Я с этими, с результатами дактилоскопии. Вот, да, на бокале и бутылке обнаружены следы, которые оставила Софья Куприянова. На одной из чашек и на пачке сигарет следы принадлежат, в общем, еще одному человеку. Нет, пальчиков его в нашей базе нет. Вот другую чашку держал в руке какой-то третий. У кого-нибудь из ваших знакомых есть синяя машина? Да, есть. У Юрки Жмаева синяя Нива. Правда, Юрка уже неделю как в Крыму. Они с семьей на этой самой Ниве туда и уехали. Они каждый год так путешествуют. Еще синяя машина у Силаева. Это земляк, дальний родственник моей жены. Вот он, кстати, по-моему, сейчас в Москве. А его фотография или телефон у вас есть? Да, есть. А что это за история с тендером? У нас строительная фирма. Мы специализировались на строительстве дачных домиков. Но в последнее время дела шли плохо, а полгода назад положение стало совсем шатким. И тут Соня нашла тендер, который мог спасти нашу фирму. Но его перехватила фирма «Далмазской». Да, я генеральный директор фирмы, которая обошла фирму Куприяновых на тендере. Зачем вы меня сюда вызвали? Вас что, беспокоит то, что я успешно веду свой бизнес? Это праздное любопытство? Или привет от налоговой? Ну что вы? Какая налоговая? А привет вы вчера сами передали. На автоответчик Софье Куприяновой. А утром ее труп обнаружили с простреленным виском. А я, по-вашему, убийца? Я этого не говорил. Вы же только что сами это сказали. Неужели у меня есть чистосердечное признание? Здравствуйте, проходите, садитесь. Нина Константиновна, муж Куприянов нам сказал, что вы были близкими подругами. Да, самыми близкими. Вы вчера вечером виделись со своей подругой? Это так ужасно. Если бы я, конечно, знала, я бы ее никуда не пустила. Я бы весь день провела с ней. Я бы никуда. Выпейте воды. Спасибо. Так все-таки вы заходили вчера к своей подруге? Нет, но я ей звонила. У Сони был голос по телефону какой-то истеричный. Она была очень сильно расстроена. Я пыталась ее расспросить, что случилось, но она мне не стала говорить. А потом я предложила к ней прийти, но она сказала, что мы не увидимся, потому что она должна уходить. Она сказала, что у нее должна быть встреча, но с кем, она мне не сказала. Ну, согласитесь, сообщение не самое доброжелательное. Вы как-то можете прокомментировать причину ваших нервных слов? Последнее время я почувствовала, что кто-то сует мне палки в колеса. Конечно, я стала наводить справки. Оказалось, это Куприянова не успокоилась. Но тендер уже не переиграть. Уж за это я отвечаю. Да и куда Куприяновым тягаться сейчас со мной? Они же банкроты. А вот после этого звоночка
Вы часом с Куприяновым нигде не пересекались? Зачем? Ну, зачем? Ну, например, выцарапать друг другу глаза там за чашечкой кофе, а? Этого еще не хватало. Достаточно и звонка. Вы понимаете, в квартире Куприяновой мы нашли чашечку из-под кофе с отпечатком красивых женских губ. Таких, как ваши. Ну, а где губы, там и ДНК. Поэтому у нас здесь есть вилка. Либо вы мне все сама рассказываете, либо вам придется пройти унизительную процедуру взятия пробы на анализ ДНК. Да, я была у нее вчера. Ей надо было со мной поговорить. Ну и как? Прием был теплый? Жалкий. Кажется, ей кто-то сильно на хвост наступил. Просила взять ее в дело. Так унижалась, бедняжка. Но это тонущий корабль, не в моих интересах. Ну, вам ли бояться крыс? Судя по царапине, у вашей кошечки острые коготки. У кота. Хорошо, скажите, пожалуйста, что вы делали вчера в 7 часов вечера? Ездила по объектам. Странный ответ, а точнее? В 7? Кажется, стояла в пробке. А кто-нибудь может это подтвердить? Придется поверить на слово. Придется огорчить такую очаровательную даму. Вы знаете, мы, Федеральная экспертная служба, мы просто должны, нет, мы даже обязаны оставить себе на память отпечатки ваших очаровательных пальчиков и губ. Отпечатки губной помады и слюны на кофейной чашке принадлежат Долманской Риме Александровне. Эпителий и кровь из-под ногтей жертвы принадлежат неизвестному мужчине. Так же, как и отпечатки на защитной пленке, пачки сигарет и на другой чашке. Значит, перед смертью Софья Куприянова боролась с мужчиной. Долманская, возможно, была не одна. Вартанов? Да, Галина Николаевна. Как только закончите с предсмертной запиской, принесете мне отчет. Хорошо, Галина Николаевна. Предположительно, текст был написан шариковой ручкой. В процессе накаливания при ультрафиолетовом свете, очевидно, стали проявляться несколько слов. Так. Это уже интересно. Муж находит свою жену, лежащую на полу гостиной в луже крови. В руке у покойной зажат пистолет. Криминалисты обнаруживают след от выстрела в стене гостиной. Эксперты считают, убитая, защищаясь, выстрелила в нападавшего, промахнулась, убийца выхватил у нее пистолет и застрелил. А перед уходом вложил пистолет в руку убитой, инсценируя самоубийство. Привет, Галина Николаевна. Видишь меня? Я тебя отвожу. Слушай, я узнал, с кем встречалась Куприянова незадолго до смерти. Вчера около 3 из квартиры Куприяновых звонили в 15-й таксомоторный парк. И вызвали такси на 15:20. С таксистом я поговорил. По его мнению... Куприянова была в крайне подавленном состоянии. Вот. Он отвез ее в кафе «Имбирный лимон» и дальше поехал по другим вызовам. Я его проверил, он вне подозрений, там все чисто. А вот сейчас я пришлю тебе фотографию. Вот, дошла? Прекрасно. Знакомься, это некто Силаев, дальний родственник Куприянова. А фотографию ты мне дал муж убитой и отец Шарат из кафе, с которым я тоже поговорил, опознал именно этого человека. Вот из кафе Силаев и Куприянова вышли вместе и уехали на, как ты помнишь, синей машине Силаева. И Силаев проводил Куприянова до квартиры? Да, Галина Николаевна, точно. Соседская бабуля Маргарита Васильевна подтвердила.
что это именно тот мужчина, который пробыл у Куприяновой в тот вечер около часа. Что совпадает с примерным временем убийства? Ну что ж, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы заняться им вплотную. Ну, остальное я по приезду. Давай, пока. Получается, что мужчина, с которым боролась Куприянова перед смертью, и есть тот самый Силаев. Что с письмом? Галина Николаевна, посмотрите, что у меня получилось. Письмо, конечно, интересное. Не зря его пытались уничтожить. Так. С вероятностью 97% можно утверждать, что письмо написала Софья Евгеньевна Куприянова. И речь в нем идет о шантаже. Значит, шантаж. Вот почему Куприянова обратилась за помощью к Долмановой. Именно серьезные финансовые проблемы заставили ее обратиться к врагу. Вот почему, по словам подруги, она была крайне расстроена перед тем, как пойти вечером навстречу. Так это выходит все из-за шантажа? Скорее из-за того, кто ее шантажировал. Да и не к шантажисту ли она собиралась? Да. Мы встречались с Соней в кафе «Имбирный цветок». Зачем вы встречались с Куприяновой? Мы старые друзья, практически родственники. Посидели, потрепались о том, о сём. То есть конкретного повода для встречи у вас не было? Ну, конечно. Ведь ей уже было все равно. Что? Мне уже все равно. Ведь так она вам сказала в кафе. Это из показаний официанта. Почему Софья Евгеньевна много пила? Был какой-то повод? Да нет, просто расслаблялась. Я и сам бы выпил, но мне же ее еще до дома везти. То есть вы не отрицаете, что в районе 19.00 подвезли ее до дома? А можно посмотреть вашу правую руку? Откиньте, пожалуйста, рукав. Это что? Машину чинил, поцарапался. Не похоже. На что не похоже? Да ни на что не похоже. Что-то я не припомню в машине такой запчасти, чтобы царапалась как женщина. Итак, вы довезли Куприянову до дома. А в квартире у нее очень много ваших отпечатков. Стало быть, вы решили подняться к ней и продолжить разговор о том о сём уже дома, да? Да. А что вы делали в квартире? Выпил чашечку кофе, выкурил сигарету. Как давно вы шантажировали Софью Евгеньевну? Что? Вы о чем? Я об истинной причине вашей встречи. Когда вы были в квартире Софьи Евгеньевны, она не выдержала вашего очередного нажима. Я не могу терпеть больше этого шантажа. Так она написала в своем письме. Что-то там «прости» и... Да-да, это в том письме, которое вы сожгли. Вы знаете, гражданин Силаев, под ногтями потерпевшей мы обнаружили частицы мужского эпителия. И в данный момент наши специалисты их сравнивают с вашими образцами. Царапина у вас на руке свежая. Я думаю, с момента ее образования прошло не более суток. И я считаю, что именно Куприянова вас оцарапала. И если вы обманули нас, и вас действительно оцарапала Софья Евгеньевна, то это достаточное основание для того, чтобы подозревать вас в убийстве. Это все фуфло. Вы оба сумасшедшие. Я не убивал Соню. Я в лабораторию. Позвоню через минуту. Итак, значит, Соню вы не убивали. Но факт шантажа не отрицаете. Я? Какой шантаж? Вы о чем? Обыкновенный шантаж. Вымогательство денежных сумм в крупных размерах под психологическим давлением. Очень интересно. Я здесь при чем? То есть вы знали, что Софья Куприянова подвергалась шантажу, но вы здесь ни при чем, так? Я здесь ни при чем. Хорошо. А что же вы мне раньше-то сказали, что вы ни ухом, ни рылом об этом шантаже? Я отказываюсь отвечать на ваши идиотские вопросы. Это ваше право. Извините. Да. Да. Спасибо. Ну что, гражданин Силаев, можно вас поздравить. Частицы эпителия и кровь из-под ногтей потерпевшей принадлежат вам. Я вас задерживаю по подозрению в убийстве.
Пистолет почищен и смазан недавно. Смазка совсем свежая. Механизм в полной исправности. Где белая? Хорошо, тогда начнем пока без нее. Вот, посмотрите. Это фотография восстановленного текста сожженной записки. Итак, Софья Куприянова написала письмо, в котором сообщалось о шантаже. Единственное, что меня смущает, непонятно, зачем она об этом писала, когда проще было просто рассказать. Мужу признавалась. Если был шантаж, значит, Софья скрывала что-то очень серьезное. А сказать об этом в лицо достаточно сложно, тем более, если она любила мужа. Кстати, у меня практически нет сомнений, что шантажировал Куприянову именно Силаев. Объясню почему. Когда я задал ему этот вопрос, он начал что-то кипишить, там, нервничать, там, голос повышать, в конце концов. И плюс ко всему, письмо наверняка сжег он, чтобы скрыть все следы. Но, тем не менее, доказательств шантажа со стороны задержанного у нас пока нет. Возможно, она грозила Силаеву обратиться в милицию. Между ними вспыхнула ссора. Сдай меня, я сказала! Сдай меня! Я пойду, я сама тебя, мразь, сдам! Я пойду, все про тебя расскажу, мразь такая, все расскажу! Оставь меня в покое, я сказала! Ты перестань, я сказала, не подходи! Я стрелять буду! Сонечка. Мы же с тобой старые друзья. Не бери грех на душу. Друзья? А когда ты был моим другом? Когда ты был моим другом? Ты же все время только тянул с меня. Ты же никак не наживешься. Неужели тебе все время мало? Не подходи, я сказала! Не подходи, вас! Не подходи! Мразь! Мразь, не подходи! Извините, я опоздала. Дело в том, что я только сейчас закончила сравнительный анализ пуль. И я окончательно запуталась во всей этой истории. Значит так. Как известно, отложения оружейной смазки выявляются на пуле только при первом, после чистки оружия, выстреле. Так вот, на пуле, которая попала в голову Куприяновой, эта смазка имеется в огромных количествах, а на пуле, которую извлекли из стены, эта смазка просто в микродозах. И чего это значит? То, что пуля, извлеченная из стены, вышла второй. Танюш, ну, может, ты что-нибудь напутала? У тебя же бывает иногда. Только не в работе. Пули я бы не перепутала. Ну, тогда, в принципе, становится понятно, зачем был сделан второй выстрел. Убийца делал себе некое алиби. Ну, там, мало ли, защищался. Но, хотя, в принципе, лично мне непонятно. Если жертва уже мертва, зачем делать второй выстрел? То, мало ли, на шум соседи придут, что-то еще там. Не было никакого убийцы. То есть как? А Силаев? А следы борьбы? А сожженное письмо? Силаев действительно мог шантажировать Куприянову. Именно поэтому я не собираюсь его отпускать. Но он не убивал ее. Куприянова стреляла сама в себя. Силаеву невыгоден этот выстрел в стену, поскольку здесь налицо самоубийство. А вот пуля в стене как раз сразу наводит на мысль об убийстве. Но, кажется, есть один человек, которому эта картина на руку. Муж находит свою жену, лежащей на полу гостиной в луже крови. В руке у покойной зажат пистолет. Криминалисты обнаруживают след от выстрела в стене гостиной. Эксперты уверены, это инсценировка самоубийства. Жертва, защищаясь, выстрелила в убийцу, но попала в стену. Затем преступник завладел оружием и убил женщину. Под подозрение попадает некто Силаев, шантажировавший убитую. Баллистическая экспертиза дает неожиданный результат. Пуля, попавшая в стену, была выпущена после пули, убившей покойную.
Но, кажется, есть один человек, которому эта картина на руку. В общем, кто-то очень сильно постарался, чтобы нас запутать. Саша, вы на месте? Очень хорошо. Мне нужно воспользоваться вашей базой по страховым компаниям. Да, я подойду. Таня, ты можешь установить время второго выстрела? То есть вы хотите сказать, что... А потом, когда закончишь, поедешь на место происшествия и произведешь моделирование. Так, проводим сравнительный анализ. Значит, у меня есть одна гильза, отстрелянная с места преступления 24 часа назад. Другую гильзу я отстреляла еще днем. И одна гильза с места происшествия, отстрелянная... Ну, давай, думай быстрее. Силаев. Вы думаете, что это он? Да мы ничего не думаем. Но именно сейчас наш лучший в стране эксперт-баллистик проведет экспертизу и с помощью нашего компьютера сделает выводы. Итак, у нас есть две пули и две гильзы. Одна от первого выстрела, другая от второго. Одна пуля находится в голове у жертвы, другая в стене. Вот с этим вторым выстрелом нам с вами нужно разобраться. Так, программа, учитывая расположение гильз и направление выстрела, моделирует траекторию полета отстрелянной гильзы. Смотрите. Жертва лежала вот здесь, в шаге от места второго выстрела. Преступник убил вашу жену с первого выстрела. Это факт. Потом он делает шаг, становится вот на это место и почему-то стреляет в стену. А знаете, что самое интересное? Что он не просто отходит от жертвы, он ждет, пока пройдет 15 часов и не наступит утро. И только после этого он делает этот выстрел в стену. Поразительно, правда? Кстати, вы не видели преступника сегодня утром? Соня! Соня! Алло! Милиция! Дело в том, Никита Борисович, что вы все очень хорошо рассчитали. Просто замечательно. Но вы не учли одного, что современная криминалистика и трассология способны на многое. Когда я прочитал эту записку, я был в шоке! Соня
рассказала мне, что она совершила ряд сделок нелегального характера. Я тогда ничего этого не знал. Часть документов попала Силаеву. Еще написала о каких-то фотографиях, которые были сделаны во время заключения этих сделок. Этот так называемый родственничек 3 года шантажировал мою жену, требуя выплаты крупных сумм. И вот теперь, когда наша фирма разорилась, она больше не могла выплачивать, а он все равно продолжал ее шантажировать! Если бы вы действительно хотели наказать Силаева, вы бы на месте преступления все оставили так, как было. Потому что предсмертная записка вашей жены – это достаточная улика, чтобы его посадить. Скажите, что мне теперь будет? Что вам будет? Суд установит. Пройдемте. А вы не имеете права не задерживать меня здесь, не устраивать обыск у меня на квартире. У вас же ни улик, ни доказательств. Вы совершенно правы. Все улики против вас пока что только косвенные. Но именно они позволяют произвести на вашей квартире обыск. Скажите мне хотя бы, что вы ищете? Валерий Иванович, а вы не знаете, что мы ищем? Я чист перед законом. Кто тут чист? Галина Николаевна, глянь, что я нашел в квартире нашего чистюли. Нашел? Ваш тайник, Силаев, полная туфта, как вы говорили. Такие хитрецы, как вы, постоянно палятся на мелочах. Ящик стола с двойным дном. Банальщина. Это то, что мы искали? Это больше того, что мы искали. Здесь фотографии и документы не только по делу Куприяновой, но и по делу многих других людей. Это кровожадный монстр. У него там была целая шантажная артель. При этом он оказался крайне бережливым человеком. И не хранил деньги в банке, а хранил деньги вот в таких вот конвертиках. Ну и что? Все равно вы ничего не докажете. Ну, я так не думаю. Некоторые купюры здесь совсем новенькие. На них есть отпечатки и ваших пальцев, и ваших жертв. Плюс ко всему, и документы, и фотографии. Вы их наверняка пускали в дело. На них тоже есть отпечатки пальцев. На документах подписи, а на конвертах ДНК. Их ведь заклеивали. Традиционным способом, да? А еще? У нас есть показания мужа вашей погибшей родственницы. Остальных пострадавших мы вычислим вот по этим документам. Но самое главное, остался фрагмент последнего письма Софьи Евгеньевны, в котором есть слово «шантажирую». Этого вполне достаточно для обвинения. Так что вы арестованы по подозрению в шантаже и доведению человека до самоубийства.